بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله Наши досточтимые зрители, братья и сестры, Рамадан – это месяц Кур'ана. Читать и изучать священный Кур'ан, слово нашего Создателя, в этот месяц – весьма желательное и весьма богоугодное деяние. Это то, что делал наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует его сподвижники. Всевышний приводит в Коране много поучительных историй о людях, которые жили прежде. Истории, которые призваны стать назиданием для верующих и праведных людей. Всевышний говорит: «Лякад кана фи касасихим ибратун ли улиль альбаб». В историях о них есть назидание для обладающих разумом. Сегодня мы с вами начнем разговор о коранической истории, рассказывающей о двух сыновьях нашего праотца Адама, мир ему. Всевышний сообщает о том, что произошло с этими сыновьями в пятой суре, которая называется Аль-Маида, в пятой суре Кур'ана. Послушаем слова нашего Творца. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Прочти им, о Мухаммад, правдивый рассказ о двух сыновьях Адама. Вот они оба принесли жертву Всевышнему, и она была принята от одного из них, и не была принята от второго. Он сказал ему: «Я непременно убью тебя». Тот же ответил: «Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных. Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно не протяну руки, чтобы убить тебя. Поистине, я боюсь Аллаха, Господа миров. Я хочу, чтобы ты понес грех, совершенный против меня, и свой грех, и оказался среди обитателей огня. Ибо таково воздаяние несправедливым притеснителям».
и побудила другого сына душа его к убиению брата, и он убил его и оказался в числе потерпевших урон. Затем Аллах послал ворона, который стал разгребать землю, чтобы показать ему, как спрятать труп его брата. Он сказал: «Горе мне! Неужели я был не в силах поступить, как этот ворон, и спрятать труп моего брата?» Так он оказался одним из сожалеющих. И посему мы предписали сынам Исраиля, кто убьет человека не за убийство и распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Адам – первый человек, отец человечества и первый из пророков. Им начинается цепь пророков, то есть чистых и праведных людей, которые получали откровение от Всевышнего и доносили повеление Создателя до человечества. Последним из пророков, печатью всех пророков, является посланник Всевышнего Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Среди детей Адама были двое сыновей, о которых рассказывается в Коране. Как их звали? Всевышний не сообщает об этом. Мы говорили с вами в одной из прошлых передач, что в Коране людям сообщаются лишь те сведения, которые представляют для них пользу, которые способны стать для них назиданием и взрастить в них веру и богобоязненность. Ничего лишнего в Коране нет. Говорят, что этих сыновей звали Кабиль и Хабиль. В начале рассказа Всевышний говорит: «Ватлю алейхим наба бней Адама бильхак». «Прочти им, о Мухаммад, правдивый рассказ о двух сыновьях Адама». То есть прочти, о Мухаммад, беззаконникам и завистникам историю о двух сынах Адама. Историю правдивую, ясную, далекую от всякой лжи и туманности. Историю, в которой ничего не добавлено, которой ничего не добавлено и из которой ничего не убавлено. Далее сказано: «Из карраба курбана». Вот они оба принесли жертву Всевышнему. Сообщается, что два брата, Кабиль и Хабиль, как-то раз решили принести Всевышнему жертву, курбан. В те времена было так, что когда Всевышний был доволен чьей-либо жертвой, то он посылал огонь, пламя, которое съедало эту жертву. Если же Всевышний не был доволен этой жертвой, то пламя гасло. И вот каждый из братьев принес свою жертву. Один из них был пастухом, а другой земледельцем. Тот, что был пастухом, Хабиль, он, желая довольства своего Создателя, пожертвовал самой хорошей и тучной овцой. Другой же брат, Кабиль, принес в жертву лишь пучок колосьев. Причем он выбрал из своих посевов наихудшие. Далее Всевышний говорит: «Фатукуббиля мин ахадихима, валям ютакаббаль мин аль-ахар». Жертва была принята от одного из них и не была принята от другого. Снизошло пламя, поглотило овцу, но не тронуло колосьев. То есть Всевышний принял жертву Хабиля, но отверг жертву Кабиля. И тогда Кабиля обуяла черная зависть. Его обуяла черная зависть, и он сказал своему брату: «Как же это получается? Как же это получается? Ты будешь ходить среди людей, и они будут знать, что ты принес жертву, и что твоя жертва принята, а моя жертва отвергнута? Нет, я не допущу, чтобы люди смотрели на тебя и на меня и считали тебя лучшим, чем я, лучшим из нас». И как сообщает Всевышний, он сказал своему брату: «Ля актуляннак». «Я непременно убью тебя». Он высказал свое твердое намерение убить родного брата. Посмотрите, что делает с человеком эта тяжелая болезнь сердца – зависть. Что же это за недуг? Зависть – это внутреннее состояние. Состояние, при котором человеку не нравится, что у кого-то из людей есть что-то хорошее,
что кто-то наделен какой-то милостью и каким-то благом. Его мучит наличие у кого-то денег, имущества, знания, религиозности, уважения окружающих, здоровья, красоты, авторитета в обществе, в коллективе, наличие у кого-то счастливой семьи, хороших детей, успеха и так далее. Зачастую завистник хочет, чтобы тот человек, которому он завидует, лишился дарованных ему Аллахом милостей. Либо он хочет, чтобы эти милости и эти блага перешли к нему или кому-нибудь другому. Все это называется завистью. Если ты обнаруживаешь в своей душе недовольство, недовольство тем, что Аллах одарил кого-то из своих рабов чем-либо, знанием, имуществом, людской любовью, хорошей нравственностью и так далее, если ты обнаруживаешь это в своем сердце, значит, в тебе есть зависть. Поспеши избавиться от нее. Примером проявления этого страшного чувства является обсуждаемая нами сегодня история. Человек, гложемый завистью, решился на страшное преступление – убийство собственного брата. Вот что делает зависть с рассудком людей. В книге Аллаха, Коране, описываются также другие примеры зависти. Так сообщается о том, что когда Всевышний Аллах создал нашего праотца Адама, создал его своими руками, приказал ангелам отдать ему приветственный поклон, научил его названием всех вещей, тогда сатана, Иблис, воспылал к нему сильнейшей завистью. И эта зависть толкнула его на грех и злодеяние. Иблис не был ангелом. Иблис был джинном, созданным из огня, но он был удостоен чести находиться среди ангелов и поклоняться Всевышнему вместе с ними. Высокомерие и зависть лишили его этой чести. Он отказался поклониться Адаму. Более того, зависть заставила его возжелать для Адама изгнания из рая. Более того, он поклялся, что будет прилагать все усилия для того, чтобы сбить Адама и его потомство с прямого пути и ввести их в ад. Он открыто объявил войну человеческому роду. Он пообещал вести эту войну до самого судного дня. В Коране сообщается о том, что Иблис заявил, обратившись к Всевышнему: «Араиту кахаза лязи каррамта алей, ляина хартани ля йоми лькияма». Если ты дашь мне отсрочку до судного дня, то я сведу с верного пути потомство, потомство того, кому ты отдал предпочтение передо мной, за исключением лишь немногих из них. Другой пример зависти, который описан в Коране, это поступок братьев пророка Юсуфа, мир ему. Они завидовали Юсуфу. Они считали, что их отец любит его больше, чем любит их. И они решили избавиться от него, даже путем убийства. Однако затем они передумали, решили бросить его в колодец, надеясь, что какой-либо караван увезет его вместе с собой. Вот на что толкает человека зависть. Она возбуждает в человеке плохие мысли. Она побуждает его к необоснованным подозрениям, к слежению за людьми, к злословию, сплетням, ненависти, ссорам, разрыву отношений, преступлениям, незаконному посягательству и убийству. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал такие слова. Он сказал: «Постигнет и мою общину недуг всех общин». Люди спросили у посланника Аллаха: «А что это за недуг всех общин?» И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Заносчивость, высокомерие, стремление к приумножению мирских благ и вздувание друг для друга цен, взаимная ненависть и зависть,
и дело дойдет даже до посягательства людей друг на друга. Он также сказал: «Подползает к вам болезнь тех народов, которые жили до вас, ненависть и зависть. Ненависть сбривает, но сбривает не волосы, она сбривает веру». И он сказал: «Ля яджтамиу фи джауфи абдин аль-иману валь-хасад». Не уживутся внутри верующего раба вера и зависть. И сказал: «Ля язалю насу би хайр ма лям ятахасаду». Люди будут находиться в добре, во благе до тех пор, пока не начнут завидовать друг другу. Зависть – это очень коварная и опасная болезнь. Она наносит вред как самому завистнику, так и тому, кому он завидует. Что касается завистника, то он страдает от собственной зависти. Он страдает от нее, потому что зависть поселяет в его сердце печаль, грусть и беспокойство. Причем он печалится не потому, что у него случилось несчастье, не из-за проблем со здоровьем или с имуществом, не потому, что у него кто-то умер или заболел, нет. Он печалится от того, что кому-то Аллах даровал какое-то благо. Эта печаль не имеет себе подобной. Она съедает человека. Она не проходит до тех пор, пока тот, кому он завидует, не лишится имеющегося у него блага. Но ведь всегда найдутся люди, которые имеют то, чего не имеешь ты. И вот новая зависть захватывает душу, а вместе с ней и новая печаль. И так бесконечно. Кроме того, зависть толкает человека на греховные действия, на поступки, противоречащие воле Аллаха. Ведь подумайте, зависть – это первый грех, совершенный на небесах, и первый грех, совершенный на земле. На небе – это зависть Иблиса Адаму, которая заставила его отказаться от выполнения приказа Аллаха и от приветственного поклона Адаму. На земле же – это грех Хабиля, который позавидовал своему брату Хабилю за то, что Аллах принял его жертву. Более того, человек, завидующий окружающим, тем самым вольно или невольно возражает Аллаху, его решению и мудрости, его предопределению. Он как бы говорит: «О Аллах, зачем ты дал такому-то эту милость, эти блага, эти дары? Ты не должен был этого делать». Подумайте только, сколь чудовищны такие мысли. Они могут довести человека до потери веры и до выхода из ислама. Кроме того, зависть занимает сердце и помыслы человека. Она отвлекает его от совершения полезных дел, от духовного продвижения, от поминания Аллаха и поклонения Ему, от получения полезных знаний. Завистник все время поглощен мыслями о предмете своей зависти. Его сердце черно и мрачно. Воистину, это великий убыток. Вот какой колоссальный вред наносит зависть человеку. Зачем же она ему? Почему бы ему не избавиться от ее гнета как можно скорее и не очистить от нее свое сердце? Но зависть вредит не только самому завистнику, но и тем, кому он завидует. Ибо против них зачастую совершаются злодеяния. Посмотрите, Хабиль пострадал от зависти, которая наполнила сердце его брата. Вот почему Всевышний приказал нам просить у него защиты от зла завистников и сказал: «Куль агузу би раббиль фалак, мин шарри ма халак, ва мин шарри гасикин иза вакаб, ва мин шарри наффасати фил укад, ва мин шарри хасидин иза хасад». Говори: «Прибегаю за защитой Господу рассвета от зла его творений, и от зла мрака, когда он покрывает, и от зла колдуней, дующих на узлы, и от зла завистников в то время, когда он завидует». И ангел Джибриль, мир ему, читал над пророком, да благословит его Аллах, и приветствует такую молитву: «Во имя Аллаха, я заклинаю тебя от всего, что тебе вредит, и от зла всякой души и завистливого глаза,
да исцелит тебя Аллах, с именем Аллаха заклинаю тебя. Давайте продолжим наш разговор о двух сыновьях Адама при следующей нашей встрече. И да хранит вас Аллах. Ассаляму алейкум. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون